Зрители неотрывно следят за происходящим на площадке зала Дворца спорта «Видное». Как только музыка стихает, никто не в силах удержаться от аплодисментов. И так после каждого выступления. Открытое первенство Ленинского округа по художественной гимнастике на крыльях успеха собрало более 500 участниц. Статус турнира позволяет девочкам выполнять первый взрослый разряд. Это очень редкие соревнования на уровне Федерации художественной гимнастики Московской области, ассоциации клубов. То есть, ну, на данный момент они очень редко проводятся, и в принципе даже сам муниципалитет имеет право проводить их один раз в год. Спортсменки приехали из столицы, разных уголков Подмосковья и даже других городов страны. Самое большое количество гимнасток представляли видновские клубы. Для 11-летней Дарьи Кардашовой это первые соревнования. И именно здесь она точно решила связать свою судьбу с большим спортом. Я хочу заниматься гимнастикой, давно хотела и решила, то, что это мое. И начала заниматься. Я люблю гимнастику, потому что это очень эффектно, это красиво и так далее. Спортсменок оценивала судейская коллегия. Внимание обращали на артистизм, технику исполнения. Юным звездам гимнастики нужно выполнить обязательный набор элементов и продемонстрировать волю к победе. Марии Сукиасян всего 7 лет, и половину из них девочка занимается гимнастикой. За плечами уже немало побед, а впереди большая цель. Пока маленькая Мария блистает на соревнованиях, за кулисами ее мама. А мама в гимнастике – это настоящий спортивный агент. Подготовка, прическа и купальник для детей и для нас очень важно. Выбиваем, делаем, чтобы все было порядочно, все аккуратно, все как надо. Завершился турнир вручением кубков и памятных призов лучшим спортсменкам. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.